Внимание, пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20, наша версия, год 1966. Смерть Королева. 33 года назад, в возрасте 59 лет, скончался Сергей Королев, отец советской космонавтики. Благодаря ему человечество шагнуло в космос. «Мне бы еще 10 лет, чтобы завершить задуманное», — сказал Королев перед смертью. Зонд на Венере. 33 года назад на поверхность планеты Венера опустился советский космический зонд «Венера-3». Впервые объект, созданный человеком, оказался на другой планете. Китай. 33 года назад там началась культурная революция. Чистка рядов китайских коммунистов сопровождалась жестким искоренением интеллигенции, закрытием церквей. Начало террора красных стражей по всему миру. Вас. Нашим «Жигулям» 33 года. Именно столько лет назад был подписан протокол об участии итальянского концерна «Фиат» в строительстве автомобильного завода в СССР. Вас до сих пор держит марку. Сериал «Бэтмен». Киноистория про человека «Летучую мышь» появилась 33 года назад. Фильм, созданный по мотивам комиксов и личность самого Супермена Бэтмена, так завладела умами, что продолжения снимаются по сей день. Белоусова, Протопопов. Наши знаменитые фигуристы. 33 года назад они стали чемпионами мира по фигурному катанию. Не подвела и хоккейная сборная. Да-да, в 1966-м чемпионами мира были мы в четвертый раз подряд. Наша версия. Год 1966.